Скандинавская кухня мне очень понравилась после путешествия по северным странам. Одним из самых интересных блюд был норвежский суп из пива Елеброд. Попробуем приготовить его на своей кухне. Рецепт приготовления норвежского супа Елеброд чрезвычайно прост. Бояться, что в нем содержится алкоголь, не стоит, так как он выпарится. Готовить суп в каждой норвежской семье по-своему, но общий принцип прост: взять пиво, желательно светлое, и загустить его яйцами, молоком и мюкой, заправить специями. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Влейте светлое пиво в кастрюлю, добавьте цедру лимона, имбирь, пару звездочек гвоздики. Поставьте на огонь, нагрейте до закипания, алкоголь, содержащийся в пиве, выпарится. В молоко добавьте половину муки и смешайте до однородности. Отделите яичные белки от желтков. Вкусняшки, подписавшимся. Всыпьте оставшуюся муку к белкам и хорошенько взбейте. Добавьте к белкам смека и сахарный песок и снова взбейте. Влейте в пиво смесь молока, смека и нагрейте до закипания. Взбейте желтки. Добавьте смесь белков, смека и в суп, снова нагрейте до закипания. Снимите с огня, добавьте желтки и дайте настояться 5-8 минут. Подавайте елеброд с сухариками или гренками, зеленью, черным молотым перцем. Вкус необычный, но его надо распробовать. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Пиво 500 мл, светлое, молоко 25 мл, мюка 0,5 столовые ложки, сахарный песок 0,5 столовые ложки, яйцо 2 штуки, соль 2-3 щепоток, имбирь 1 щепотка, лимонная цедра 1 щепотка, гренки 100 грамм или сухарики, гвоздика по вкусу, количество порций 2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До новых встреч!